Со старыми порядками покончено. Небеса им больше не благоволят. Пришло время прийти новому императору. И вы готовы вести людей. Теперь вы настоящий ураган. Докажите, что способны править Поднебесной. Небесный мандат принадлежит вам. По крайней мере, вы хотите в это верить. Вы провозгласили себя императором. И теперь весь Китай смотрит на вас и оценивает ваши действия. Лишь вы можете доказать, что небесный мандат принадлежит вам по праву. Люйбу не пришлось ждать, когда Дед Мороз ему на Новый год положит этот небесный мандат, это право называться императором, под елочку. Он сам завоевал данное право и готов уже стать полноценным правителем всего Китая, освободителем и верным его хранителем. Я вас приветствую, друзья, конечно же, с вами Верус, и мы продолжаем играть за Люйбу. Он живой, и да, даруют ему небеса долгие года и долгие лета. Так, у нас, в принципе, сейчас устрашения много. Есть вариант потратить его дальше, правда, пока что вроде бы как бы тут такой необходимости нет. Прям жесткой. С этими я мириться не хочу. С этими мириться не хочу, просто потому что я их захвачу. Ха-ха-ха. Сю-сю-сю-сю, ну с тобой мы сю-сю-сю помирились, хоть у тебя и территории вроде бы тут как таковых нет. Это мы переживем. Цзиньянь. Так, ну-ка давай не выбирать их. Коалиция Желтой реки, Царство Сун, Тау-Ин. Царство Сун, кстати, сейчас здесь не особо мощное, но тем не менее есть кому сопротивляться. Коалиция против угнетения, Цаймау. В целом можно и Цаймау найти союзника, но он, блин, поторговливает. Мне нужен союзник, если что, вдруг такой здесь, с которым можно. Джан Ляо. А ну-ка, Шисё. Ну вот все-таки я, ну вот прям хочу с тобой заключить перемирие, Шисё. Вот это было бы правильно. Сейчас это было бы очень правильно. Цао-цао, у нас пока что отношения с тобой великолепные, но ты переметнулся к царству У. С нами ты не захотел общаться. Так, это получается... Да, да, говори. А, ну и пусть тогда остается на нашем врагом. Хотя можно и поговорить с ней о перемирии. А, ну подожди, мы с тобой не воюем, нормально все. Люю, это ж вот он. Мерзавец и предатель, которого мы сейчас будем хоронить. Его мы однозначно похороним. Его мы заставим покинуть. А, включить в конфедерацию. Опс. 49. В принципе, если бы сейчас была бы возможность бывать этому, можно было бы вот так вот хоп. И в дамках. И мы уже Гунцюньцзяня присоединили. Но нужно ждать. Нужно ждать, когда у него будут проблемы хоть какие-то. Сейчас придется ждать. Превратить коалицию он не хочет. Коалиция во имя примирения Китая, он прям тоже против сейчас по-прежнему. Ничего не изменилось, время прошло, а он так и не хочет. Естественно, ты такой мерзавец. А ты такой мерзавец золотой. Цау-цау, объяви войну вот этим юнжуям и торгуй лучше с нами. Мы скоро границу обеспечим общую. А, жаль, нельзя ультиматум ставить. Давайте с Шисё сейчас пообщаемся. Говори. А, запросить помощь союзников против фракции Шисё. А у нас Гунцюньцзянь, получается, не воюет как раз с ними. Поэтому мы... пытаемся заключить мир, 62. Включить фракцию в конфедерацию, а ну-ка. Не хочет вообще, да? Торговое соглашение еще сильнее нагружает. Но мир, они не сильно понимают, во что они ввязались. Да, с тобой вообще никак. Ну, то есть, принуждение тут негде сейчас использовать. Только денег взять. В плане вот какой-то такой вот
мега полезное дипломатическое действие, заключить торговый договор и так далее и тому подобное. Ничего из этого не выйдет. Можно попробовать найти богатых. Ну вот Цао-Цао, в принципе, по деньгам неплохо себя чувствует. Гунцунзань, он победнее. Куда? Значительнее. Беднее. Ну давай. Цао-Цао. Хорошего обсудим дня. С тобой один момент. Ты мне должен денег за то, что вышел из коалиции. Хотя, блин, он как-то не особо готов нам платить. От твоих слов за версту несет изменой. А она даже готова лучше заплатить. Ну давайте от другого императора затребуем денежек. Хоть она и числится как бедная здесь, но пусть даст нам эти самые деньги. А, так, принудить только потом. А, торговля по еде. У нас все хорошо. Можно было бы затребовать еды и заставить их голодать сейчас царство У, чтобы они не напали на нас. Кстати, пакт о ненападении. Я бы все-таки даже подписал с царством У этот пакт о ненападении вновь. В данной ситуации не бывать этому, смотрите. Ха-ха-ха. Пакт о ненападении она не подпишет таким образом. А, ну-ка, отречься. Подожди, это я отречься. Хочу, не. Царство отрекается, царство У. Не бывать этому. Она, естественно, сейчас равна нам по силе и не захочет отрекаться. Ну давай, просто денег нам плати. Давай нам просто давай денег. Давай. Кучу денег. Сколько там у нас? 16,9 должно быть. А, о, все деньги, что у нее есть, сейчас мы и так затребовали. А можем разовую там добавить. Ну, это мелочь. Ну, окей, ладно, давай. Это горько, все, 8 пилюля, сотен. Но нам придется ее проглотить. Заставили. Заставили ее заплатить. Потратили на это время. Времечко, но оно того стоит. Бюджетик. Не резиновый у нас. Так, здесь, в принципе, обещают нам тяжелую победу, можно захватывать. Вон там бревно, смотрите, вот это китаец, я понимаю, мощный. Целое бревно на себе тащит. Один. Вот так вот поселение. Все и происходит на самом деле. Толпы воюют, а один несчастный китаец работает и таскает бревна на себе. А остальные вон делят. То, что он заработал. Все пытаются от него что-то оторвать. Здесь можем уже перейти чуть-чуть поближе. Вот сюда. Станем также лагерем. И на следующий ход нападаем. Хотя, в принципе, какая разница? Можно на этом уже нападать и разбивать. Давай, Мэтт. Нападаем, используем ночное сражение. Ночное сражение, вот, еще раз, да, показываю, боевой дух армии уменьшается значительно, дальность обзора противника уменьшается. Ну и подкрепление он не получит, если что. Так что, если есть ночная битва, это обязательное условие, это поможет. Боевой дух минус 15, это хорошая прибавка. И прям соперник гораздо быстрее начинает бежать. Здесь пойдем, наверное, с этого фланга. Я просто все-таки еще рассчитываю на какую-то вылазку нашего уважаемого, неуважаемого врага. И вот она, да. Позиция, с которой мы попытаемся сейчас расстреливать их. Ставим арту. Главное, чтобы арта до входа дотягивалась, и ей хватает... еще с запасом. Вышки стреляют по границе. Прям как в аптеке. Ну и после этой битвы можно будет стрелков-ополченцев даже заменить. Если уже в атаку идти, там как раз потери восполнится и все. И все вновь будет великолепно. Кавалерию на всякий случай ставим по флангам. Надо не все... прячутся.
прячься. Вот так, отлично. Чем слабее мы будем выглядеть сейчас здесь, тем больше вероятности, что они начнут наступать все-таки. Тем больше вероятность, и все будет у нас великолепно. Еще сюда. А копейщики на флангах станут. У него кавалерия все-таки тоже есть. И вот еще у нас стрелки ополченцы, которых, скорее всего, придется отправлять сжечь вражеские вышки, вражеские стены, если вдруг они, ну, не выйдут. Поступят так подло и коварно. Да, не выходит, не выходит. Значит, все-таки будем сжечь сейчас. Огненные стрелы. Постройка. И катапульты подходят ближе. Катапульты могут позволить себе подойти тогда ближе. Поджигаем одну сторону. Ну, то есть тут целиком вышка сгорит и все остальное. Все очень-очень для нас хорошо сложится. Так, ну что вы тут? Долго поджигаете так. Все, минус одна вышка. Минус одна сторона. Хотя здесь можно было бы тебе оставить сейчас помочь. Я надеялся, вы уже практически подожгли ее. Пока что еще возитесь. Капуша, а? Собственные жизни не бережете. Не бережете собственные жизни. Уже вон... Сейчас сотня от вас останется, в лучшем случае. К моменту вашего триумфа и все-таки, когда вышка падет. Так, арта. Давай вот сюда. Сейчас еще чуть-чуть сузится. И это для нас прям великолепно. Снаряды мы вкачаем. О, кстати, тут в снегах не особо-то дальше и распространялся огонь. Не сгорели остальные вышки. Хоть у них и радиус стрельбы, естественно, меньше значительно. Враги тут, в общем, благополучно тогда выживают. Ладно. Окей. Мы тоже начинаем двигаться. Не торопясь. Вышки нам тут не помеха. В принципе... Надо бы построения какие-нибудь для этих стражей ЦИ. Ну, нужно качать еще полководцев и так далее и тому подобное. Все это еще предстоит для этой армии. У нее еще все впереди. Великолепно. Выкашивает. Пропахали, пропахали. Отставить. Сейчас немножко оставим снарядов. Можно в целом подвести даже орудие поближе. Тут еще. На грани оставляем копейщиков. Можно их хотя даже уже разворачивать, не фланги прикрывать. Если вдруг полководец сделает небольшую контратаку. В снегах мы чуть подольше поджигали, дальше огонь не распространялся, но самое главное, вышки спалили. Это то, что нужно. Так, копейщики, вы даже уйдите. Вы сейчас уйдите. Начинается расстрел вражеских отрядов. Которые будут бежать потихонечку. Благополучно.
оставляя нам всю территорию. Так, Арта, ты подходишь, да? Ты можешь прям вот сюда. Так, не то. Подтягивайся. Пробивает, конечно, арбалетчики наших стражников. Но давайте попробуем использовать нашу элиту. Здесь чуть подтянем мечников поближе. А то нам гарантируют они потери огромные. Если была бы черепаха, сейчас куда бы все круче сложилось. Вражеские солдаты должны сейчас подходить поближе. Есть контакт. У них минус 4, сейчас должны побежать. Просто развернуться и сказать, да ну нахрен. И уйти отсюда. Мы даже кавалерию не должны вводить в бой. У наших людей нет боеприпасов. Они не могут стрелять! Это плохо. Это всегда очень плохо. Лучников у него осталось, конечно, там пяток. Но это ничего не должно поменять. Пехоту ведем в бой. Начинаем вести пехоту в бой. Полководцев я не поведу точно через вышки. Ни в коем случае. Мы уже это пробовали в режиме романа. Так себе идейка, да, на самом деле. В итоге оказывается. В итоге идейка так себе. А ну-ка, драконы, воителей. Бьет в самых слабых, молодец. Молодушные мерзавцы! Кавалерию используют. И мечников. Ну, видите, мечники от кавалерии прям просаживаются очень быстро. Отстрелялись уже. Отстрелялись. Отпыхтели, оттарахтели. Хотя кавалерию обычную все-таки придется сейчас вести. Смотрите, неприятель показал. Под вышками это будет больно. Это будет тоже не то, что нам хотелось бы. Но все же. А ну-ка, полководцы, подтянитесь. Идут наши верные солдаты в бой. Стрелы только так и свистят над нашими ушами. Свистят стрелы. Заходим в город. Здесь даже копейщики. Ничего страшного. Ну, это не город. Но сам факт. Стены есть, есть. Будем считать, что это небольшой такой город. Он не сильно-то и отличается от всяких городов с ресурсами. О чем ты занимаешься? Почему ты еще натиск не сделал? Наши воины удирают! Да, кавалерия здесь на копьях прям ложится, но это лучше, чем позволить расстреливать, то есть пробиться через копья в лоб, чем позволить вышкам уничтожать нас. Отходим. Ломаем.
ломай. Мечники тают на глазах. Я бы полководцев отправил, если бы здесь сейчас мечники сражались. На самом деле. Но это... В лоб полководцев, конечно, отправлять будет слишком жестоко. Лучше здесь немножко кавалерии с тыла поддавить, заставить их переживать, и наши пусть соберутся с духом. Враги-то уже за малым. Побегут. Враги-то уже расклеились. Смотрите, неприятель показал спину. Великолепно. Мерзавцы. Мы здесь всех похороним сейчас. Хотя полководец здесь сопротивляется. И наша кавалерия здесь скорее побежала. Ну, малыми потерями не обошлось, да, пехоту средней, короче. Малыми такими потерями все здесь не ограничилось. Но враги уже тоже разбежались. И вышки сейчас начнут нас коцать. Ладно, объявляем победу. Завершаем битву. Самое обидное будет, если сейчас пехоту засчитают нам уничтоженной. А могут, там их не так много. Осталось. Они еще не так много наубивали. Но ничего, Лоян будет наш. Лоян не мы восстановили. Нет, кавалерию уничтожили, засчитали. Лоян будет наш, эта столица отойдет к нам вновь. Сюй-Джао не хочет с нами. Юань-Тань, ну, тебя мы, похоже, казним. Джан-Джи, ты тоже не хочешь нам служить, да? А, это царство Сун. Нет, царство Сун мы уничтожаем. С ними даже улучшать отношения смысла нет. Рассеянность, поле обзора, хитрость уменьшается на решимость. Увеличивается общественный порядок, доход от промышленности, область под управлением. Но тебя наследником мы не будем делать. Максимальное прикрытие во время шпионажа приемлет беспечность. Ну, странный состав, конечно, для стратега у тебя. Однако, ну, здесь казним. Они точно. Ни к чему. Здесь точно казним. Юлян. Юлян. Стратега можно и взять, но ему 47 лет. Ему, в принципе, 47 лет уже. Такой... почтенный господин. Давайте казним. Такова цена предательства. На марше! Да. Атакуй такова лес. Цена войны. Ночное. Добиваем старик. Хотя можно было сейчас и отпустить, да, его, получить сегодня деньги и потом тут казнить. Праведность одержала верх. И было бы вообще топово. Устрашение снова у нас максимальный уровень. Максимальный уровень. Отходим на свою землю. Сейчас наступление тут не проводим. Там уже Луян. Хотя можем и двигаться дальше. В целом никто нам здесь ничего не сделает. На следующий ход. У нас снабжение на территории врага. Давайте снаряды огненные сейчас возьмем. Потом лучников увеличим. И скорость стрельбы и проникающий урон. А здесь уже Люйбу будет на следующий ход Лоян осаждать. В Лояне вообще нет сейчас даже стен, и он это без проблем захватит. Так что можно выдвигать эту армию в такое небольшое контрнаступление. И даже на ускорение, какая разница? Какая разница? Нам все равно сейчас ничего не предвещает беду. Доход от промышленности. Ой, специи. Потом перестроим, наверное, если что, специи, да? В целом ничего страшного. Получим дополнительную сотку дохода от промышленности. Престиж, ну, который уже не играет такой роли для нас, на самом деле. Престиж такой роли уже
вообще не играет. Это оставляем. Пусть залы наполнятся смехом! Ты ходил. Война зовет! Ты тоже продвигаешься вперед, в принципе. Идешь изо всех сил, давишь на тапок. А здесь же подождем. Еще немножко подождем. Хотя, блин, ну в принципе, какая разница? Мы можем попробовать через лагерь наступать. Да, это будет медленно, он может успеть собрать даже армию. Но если он сделает контрнаступление этой армии, мы в лагере спокойно таким стеком защитимся. Сейчас по строительству пробежимся. Нандян, Сихэ, Сань, Увэй, Уду, Хань, Хэдун, Динчен, Чань, Шадан. Ну там мы все ремонтируем. А в басе только дополнительные сооружения в Тайюане. Ну, в принципе, мы ждать там планировали. Мы планировали ждать. Давайте гарнизон я все-таки улучшу. Времена такие неспокойные. Хотя что ждать? Вот уже промышленно все. Уже ждать не надо, уже все хорошо у нас. Времена тяжелые. Отправлять еще одного шпиона. В принципе, у Гунсунзани у нас есть шпион. И мы постараемся его использовать, может, там для каких-то еще других тем. Как-то усложнить ему жизнь, чтобы он подписал присоединение к нам. К царству Сун можно отправить. К царству У мы уже отправили. К Цао Цао. А легендарные персонажи. Давайте сейчас просмотрим. По персонажам так нужно будет двор назначить одного еще управляющего. Сун Цюань это наш уже персонаж. Вон, Гуань Юй. Гуань Юй. Ты у Цзиньяна сейчас. Вот кто возглавляет, да, фракцию Цзинья. Но он нас будет ненавидеть. Гуань Юй, легендарный воин, он как будет нас ненавидеть. Да? Люйбу, да. То есть заклятые враги, хотя в целом качества у них неплохие. Друг друга они уважают в этом плане. Названные родичи. Качества они друг друга уважают. Заклятые враги Цайхэ. Это тоже получается с нашей оперы Мао Цзэ. Нет в живых. Уже нет живых. Цао Цао личной персоной. Ну, Гун Сун Цзянь и Джао Юй. Юнь. Гань Юй это наш здесь. Сейчас Юань Тань император. Ну, он тут ничего такого не сделает. Джань Ян. К Бандюку попытаться отправить, что ли. Джен Цзян. Может быть, отправить, кстати говоря, попробовать в империю Хань. Пусть... Тем более ей 33 года сейчас. Она еще вполне такая боеспособная. Девка боевая. Еще будет очень долго на просторах Китая скакать и побеждать. Вот Джан Джун, точнее Хуан Джун. Джан Джун тоже в империи Хань как бы числится здесь. Ну, в империю Хань можно будет сейчас отправить. Если можно будет, то отправим. Гунду легендарный. Легендарных-то персонажей не так много осталось. Многие уже погибли. Сяхао Дунь тоже у Цао Цао. Либо к Цао Цао, то есть, либо к империи Хань сейчас нужно отправлять шпиона, чтобы посмотреть по персонажам. Лю Джан. Ну, ты нам нафиг не нужен, на самом деле. Ну и все. Да, вот и вся сейчас история легендарных персонажей. Ну, у Сунь там будет еще возможность... дочку легендарную завести. У нее же сын старший умер, как в романе. Его уже здесь нет. А еще одного мы переманили. И он уже служит нам верой и правдой. Берем, как всегда, новобранцев. Чтобы точно все работало и наших верных персонажей не сливать понапрасну. А империи Хань нет, к сожалению, здесь. Вот при всем желании империю Хань бы я с удовольствием попытался бы зашпионить, но ее никак нам не оформить в этом плане. Никак. Нельзя, видите.
там два легендарных персонажа, ну и никого нет. К Цао Цао отправляем тогда шпиона. Цао Цао, Хэ Да, Юй Юй, Жэнь Цзюнь. А ну-ка, Жэнь Цзюнь, сейчас ради интереса. Жэнь Цзюнь, отправляем тебя. Ты же однозначно служил Цзиньянь, да, неприязнь тебя. Вот так вот. Жэнь Цзюнь отправляется к Цао Цао. Он теперь должен отображаться и у нас в списках. В списках не значился, а он у нас... Жэнь Цзюнь, вот он, шпион уже. Отдельненько шпионы здесь готовятся к шпионской миссии. И его предыдущие сюзерены, кстати, смотрите, отображается все-таки. Мне было интересно, если я новенького набираю и отправляю. То есть в сетевой вот это спалить сразу же можно. То есть 205-205, вероятнее всего его наняли из новичков и сразу же отправили шпионить, да? Вот и вся задачка. У него он... В трудовой книжке отметено есть. Все у него так легко не избавишься. От этой истории. Управляющий, небоевые потери, рост, количество. Но это все не столь полезно будет. Вот доход от всех источников 5%. Стоимость строительства, рост населения. Стоимость строительства. Общественный порядок, продовольствие будет меньше. Так что доход от всех источников 10. Ну, коррупцию. Доход от шелка, специй. Содержание построек. Стоимость, рост населения, содержание построек, доход от крестьянства, стоимость строительства. Ну, 5%, вот где у нас тут доход от всех источников. Йой, назначим Джань Юнь. Подтвердить. Смотрим общий доход у какой тут провинции поширше, побольше, позначительнее. 1300, вот 2000. Естественно, сюда мы и назначим. 5% тут будет уже превращаться в более-менее значимую сумму. Закрываем. А, мы же еще можем сейчас, кстати, первого министра назначить. То есть первый министр будет нам эффект от позиции. Стремление к повышению проявляется. Не получит ранг 10, да? Пока персонаж не получит, то у него получится там все-таки какие-то претензии к нам предъявлять. Ну и эффект от Джагн Ляо. Доход к промышленности, дальность перемещения по карте и счастье плюс 6. В целом можно и нашего нового легендарного персонажа назначить. Доступно поручение. Коррупция минус 5% у него будет. Общественный порядок, снабжение, дальность перемещения по карте при старте в дружественных морских регионах плюс 25. Счастье минус 2 и счастье плюс 9. Такой вот интересный персонаж. Там, если что, еще кому-нибудь предметик дать, и потом мы со всем этим разберемся. Но сейчас не хочу. Надо сдать хоть сюда, да, уже. Ну, когда играешь не за желтые повязки, иногда время летит за раздумьями по дипломатии, по каким-то шпионским коварным делишкам очень быстро и незаметно. Царство Сун. Гун Цун Цзянь, если сейчас, интересно, потерпит поражение, разобьют у него одну из армий, он... Насколько будет готов с нами подписать договор? И этот бежит, смотрите. Бежит, бежит в свои территории спасать. Однозначно хочет спасать свои территории. А нам, может быть, даже стоило бы отправить эту армию сюда, прикрыть. Прикрыть эту границу. Закрыть эту лазейку. Может быть... Царство Сун подписывает мирный договор с Гун Сун Цзянем. Это плохо, надо будет втягивать их снова в войну. Шисё становится вассалом царства У. Ах ты мерзавец, посмотрите какой. Коалицию покидает Цай Мао. То есть он сейчас одинокий, никому не нужный. А, он становится царством У тоже вассалом. Ну, царство У прям многих подтягивает. Лию подписывает мирный договор с Тао Ин, с Юань Яо, царство, войну совместно с царством У против Сю Цзюня этого несчастного, повышение ранга, происшествие со шпионами.
Пуян. Пуян, Пуян, путешествуешь, да, по землям? Пока ничего. Пока царство У себя никак не проявляет. Не хочет пускать нашего шпиона. Ни в какую. Ни в какую не хочет пускать нашего шпиона в свои владения. Это ж плохо. Это же очень плохо. Вероятность устроить доход от промышленности, область под управлением, доход от крестьянства. Ты какой-то, блин, законоучитель реально зубрила. Мы тебя брали под военные нужды, по большей части. Ну, тут дальность перемещения, ну окей, давай вот сюда хотя бы так-то пойдем. Там есть неплохие ветки, ты как предводитель можешь еще пригодиться. Можешь еще неплохо пригодиться. Так, эта армия не должна погибнуть, это все-таки наш шпион. На войну мы тебя вам втянем. Вам здесь всегда рады, владыка. Завоеватель возвращается. В войну мы тебя еще втянем однозначно. Мы установим порядок. Выходим. Ставьте лагерь. Лагерь. А здесь уник... Да, конечно же, проникающий урон берем. Стрелки-ополченцы. Можно вас будет заменить, можно будет назначить и на должность все-таки военного управляющего там кого-нибудь. Сообщите чтобы мне новость. Все без проблем у нас было по найму. Решительно! Низкие потери нам обещают. И Луян мы забираем, по сути, без каких-то проблем и сопротивления. Еще одна зарубка на моем луке. Луян теперь наш. Хотя у нас устрашение так сотка была, можно было опять что-нибудь запросить денег. Прекрасное поселение. Мы возьмем его. Сокровища. Получить помощника. Фракция уничтожена. Ничего страшного. Развитие персонажей Юань Фэнь. Это ничего такого сверхъестественного. Оккупация. Побои безопасности, гибель в бою. И предметы. Парочка коней и евнух. Коррупцию можно еще уменьшить. Пусть все соберутся. Все замечательно, говорят, у нас будет в этом плане. Торговый порт можно максимально сейчас достроить, чтобы здесь уже стены возводить. Давайте так и сделаем. Во-первых, стены, во-вторых, инфраструктуру военную. И можно дальше уже... так, сельхозадминистрация уезда. Стоимость строительства 0. Доход от крестьянства будет расти, но при этом у нас будет общественный порядок падать очень сильно. Поддержка фракции, постройки минус 6, налогообложение. Я все-таки снесу, наверное, эту уникальную построечку нашу. Принудительный призыв. Либо он какое-нибудь здание администрации, коррупции. Сейчас уменьшите все. Администрацию. Строим администрацию. Разрушить на этом ходу нельзя. Такую постройку просто так не разрушишь. Так сразу от нее не избавишься. Разговариваем с Гунцунцзянем. То есть, в принципе, он помирился сейчас. Он воюет против кого? Джаньян, который так уже, по сути, проиграл. Хэнзун, в общем, против бомжей воюет. Это вообще не входит в наши планы с тобой. Тем более, ты имеешь хорошие силы. Меня. Вполне приличные... Как у тебя? По-прежнему, да, негативные. Мнение насчет всего этого. Нам нужна твоя военная помощь. С царством Сун. Естественно, ты должен начать войну. Так, я не выбрал. Опять. Подтверждаем. Не хочет он вступать в войну с царством. Может подождать хотя бы ход? Это принуждение нам полезно. Ну, в принципе, у тебя здесь войска готовы. Здесь у тебя войска готовы. Здесь рядышком нет никого, кто мог бы ударить по тебе. Дзиньянь. Ну, пусть там топчется. Дзиньянь, это ж не царство У все-таки.
Не могу. Этот стек может погибнуть у тебя. Невозможно. Хотя, опять же, здесь они слабенькие. Раз на раз ты можешь выиграть. Ну, давай один ход тебе дадим сейчас, чтобы ты увел эту армию. И на следующий мы заставим тебя вступить в войну. Без вариантов. Без вариантов. Здесь отключаем. Продолжить в обычном режиме. Отключаем ускорение и в обычном режиме идем дальше. Восстанавливая потери. Доверяй инстинктам! Бандюки уже распадаются. Победе! Но мы не пойдем за бандюками. Сейчас. Мы попытаемся приструнить нашего предателя. За Китай! Будем его учить уму-разуму. Предатель думает, так легко отделается от нас. Снабжение увеличит. Пополнение войск 2%. Кстати, это нужная штука. Счастье великих воинов. Эта штука все-таки очень нужная сейчас нам. Назначение для шпионов. Да нам некуда отправлять шпионов на самом деле. Если так смотреть в общих чертах. Нам либо доход увеличивает, либо сейчас скорость восполнения потерь. Давайте скорость восполнения потерь. Военные действия могут приобрести совсем иной уже характер в самое ближайшее время. Опять же, с тем же царством У. Которая стабильненько у нас так себя чувствует. Нам не хватает познания об этом здании. Разрушить его. Его мы можем, кстати, сломать сразу, но на следующий ход. Гарнизон, я не думаю, что прям срочно понадобится. Взращивайте свой гнев! Идем также аккуратненько. Вперед! 50% с запасом оставляем. Укрепите лагерь! Укрепляем. По двору пока никого не назначаем. Дун Ли и ее муж. Ну, будем надеяться, что скоро у вас появятся детки. Что у вас хотя бы будут какие-то продвижения. Давай, Гун Суньцзянь, уводи. Как ты далеко ходишь-то? Уводи пусть армию. Наши стремления ведут к одному. Обоюдные условия. Вы получите бонус дипломатии с фракциями, которые проголосуют так же, как и вы. Пригласить в коалицию Лю Юй. Нафига нам это нужно? Ты дурной, что ли? Смотрите, что он пытается придумать. Предателя в коалицию. Нет, мы откажемся. Ну все, этот увел войска, ты тоже, тебя можно втягивать в войну уже. Нас не устраивает такое дело. Мы его решили уже добивать и его кровь проливать. Его, ее и всех, кто там нас подставил. Нормально ж можно было подойти, поговорить, да, там, что-то, зачем вот это сразу? Война! И такие дальше движухи мы не одобряем. Царство У приказывает своему вассалу вступить против желтых повязок. Подписывает мирный договор с Тауин и объявляет, царство У объявляет войну. Люджан приглашает свою коалицию бандюков. Ну, отчепенцы тут пытаются объединяться. О, шпион отправлен. Жень... А, ну, Дзюнь просто, да, пока что отправлен. Цау-цау. Отзывчивость против алчности. На прогулке к вам обращаются два человека, которые никак не могут разрешить спор. Они умоляют вас рассудить их. Обе половины апельсина одинаково вкусны, но кое-кто хочет забрать апельсин целиком. Это недостойно, заявляет первый. Я просто забираю то, что принадлежит мне по праву, отвечает второй. Их перебранка выглядит весьма забавно. Алчность, отзывчивость, недоступны, если... Отзывчивость и алчность, милосердие, отзывчивость. Ну, давайте и отзывчивость используем. Просто все хорошо у нас. Так, шпионское донесение Паян Штольня теперь открылось.
принципе, тут ничего такого. Торговый путь нам открывает многое. Можно было бы помириться даже с вот этим синим, например. Развитие персонажей. Одаренные Мэй Дюаньсянь. Ну ничего тут интересного, сверхъестественного такого мы не увидим сейчас среди одаренных людей. В режиме хроник вот сейчас все-таки очень многие погибают, очень многие умирают рано. Сообщите мне новости. Рано, очень рано умирают. Ничего мы не добьемся. Так, смотрим. А ну-ка, быстрые соглашения. Мир. Вероятно, но жаждущих, страждущих пока что нет. Пакт о ненападении хочет подписать с нами Империя Хань. А право прохода... Никто торговый. Договор, кстати, Цао Цао. Уже можно с тобой торговать нам. Надо об этом договориться. Шисё, а ну-ка, у нас с тобой вот неожиданно так ты стал вассалом, война закончилась. Стать вассалом. Смотрите, Империя Хань готова стать нашим вассалом вновь. Провести переговоры. Как хорошо, что ты здесь. Снова готова Империя Хань к нам присоединиться. Она помирится тогда с многими. А ну-ка, сейчас у нас другие немножко интересы. Торговля — это хорошо. Конечно же, с Сао Цао давайте попробуем торговать. Приветствую. 14, ох, ты мерзавец. Много хочешь. Шисё. Это необходимо? Вот Шисё 6,2. Шисё как бы попроще договориться. Мы просто сейчас посмотрим... А с остальными. Цай Мао помирился. Ян Бабао этот. Аристократ. А он тоже, получается, сейчас вассал империи. Нет, Ян Бабао — это коалиция против угнетения. В принципе, их, если что, можно будет и разбить. Шисё и Цай Мао стали вассалами царства У. Наше терпение тает. 800. Хорошего дня. 1000. А мы думали, тебя уж нет в живых. 900. А ну-ка ты. Ну, с тобой очень сложно будет договориться. Давайте с 600 договоримся. Это необходимо? В принципе, у нас торговых договоров много. Договоримся для начала с тем, с кем это делать все-таки проще. Предметы. Коней там надо выдать. Все-таки нам. Двушечку. А ну-ка, предложить выплату. Допустим. Ну, до двойки, ну чё? Вот, блин, за сотку только. Обменяться предметами. Ну, давай, отдадим тебе мелочевку такую. Будем разумное предложение. С тобой начинаем торговать. А нашего союзника все-таки втягиваем в войну. Это честь для меня. Запросить против царства Сун. Они сейчас слабее нас. А у тебя, ну, в принципе, 16 там. Принудить мы можем использовать. Потребовать регулярные выплаты. Он нам еще и неплохо заплатит. Так, уже начинает расти. Нет. Туда, не эту. Уже он лямку не потянет. Значит, просто добиваем. Вот там нолик уже был же. Я не заметил, какую сумму он просил в нолик. Ну вот так. Давай, принуждение используем, заставляем тебя вступить в войну. Сейчас вновь. Осторожность. Важнее. Но чтобы они не улучшали отношения друг с другом. А то начнут сейчас как десна биться, и все. И пиши пропало. Наше союзничество вот это. Что произошло? Ненадолго нам его тогда хватит. Мой прицел точен. Давай своим прицелом царство Сун здесь разобьешь. И снижать темпа. Ну или Люйбу. Тогда не пойдет сейчас. Хотя он не дотянется, смотрите. Или дотянется. Убить их всех!
добей лично его. Добиваем лично. У меня не было сомнений, что мы победим. Повышаем наше устрашение. Восполняем потери. Ну, на этом ходу точно мы уже никуда здесь. Хотя можем еще выдвинуться немножко. Можем чуть ближе подойти. Там Гун Цюнцзянь нам позволит пройти по своим территориям. Не упускай возможности. Проблем здесь не должно возникнуть. Друзья, 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 друзья. Императорские дела очень щепетильны. Смотрим, что у тебя. Пока что никуда тебя не взяли. Лишить армию припасов, внедриться, отравить. Ложные приказы перемещения. Нет. Распространить о фракции нелепые слухи, значительно снизив уровень счастья ее последователей при дворе. Помешать разведке. Значительно снизив. Помешать, дискредитировать персонажа. Значительно, но это значит меньше будет все-таки, когда конкретному персонажу. Мы указываем испортить счастье, это будет эффективнее. Нет, видите, то есть минус 30 не особо помогает. Мы максимум можем только попытаться их присоединить и все. Только если так. А, у него слишком хорошая дружба. То есть он настоящий друг Гун Цюнцзяню, и к нему относится обалденски. Он Симафан, кстати. Вновь он тут. Ли Джи! Не ты ли прячешься здесь под личиной Жу? Помешать разведке. Ладно, копи пока что очки. В принципе, у тебя их еще достаточно может накопиться, и потом поможемся. Либо давайте себе поможем. Увеличим свое торговое влияние сейчас. Снизив ее влияние, вмешаться в торговую активность фракции, тем самым усилив собственное влияние на рынке. То есть 15 очков потратим. Шпионская сеть. Шпионской сети у нас там много на самом деле. Помешать разведке. Повышая скрытность. Давайте скрытность все-таки повысим нашего персонажа. Этих очков у нас много, а скрытности не так много. Наш агент проник в самое сердце шпионской сети. Этой фракции теперь успешно саботирует ее разведывательные операции. Замечательно, но вы пока что еще не готовы нам докладывать и помогать, к сожалению. Ну что, на этом будем завершать тогда серию. Должности оставим на следующую. Понемножку будем назначать их, просить тех, кто у руля, уже как-то нам дать новые миссии с деньгами, заплатить, помогать, снабжать, подсказывать. До следующей серии. Всем добра, друзья мои.